Твоей благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей, я сохрани. Освяти, любящий, благодарите дома Твоего Ты всех, Господь, прославь божественную Твою силу, не остави нас уповающих на Тебя. Мир, мир и Твоему дару, церковь, Твоим священнику, воинству всем людям Твоим. Яко всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше, исходи от Тебе, Отца Света. И Тебе славу и благодарение, поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Владимира и священномучеников, и новомучеников российских. Их же и память ныне совершается, от их и праведный Бог и Отец, Иоаким, и Иоанн, и все святые, помилует и спасет нас, как у благ и человека любец. Ищите.
верного угла Господа висеть из девяти очистих наших. Честна пред Господем смерть преподобных Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. То воздам Господи во всех, и я же воздадим ми. Честна пред Господем смерть преподобных Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко святый Боже нашего, святый почиваешь, и Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его отвержение силы Его. Всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание. Нам слышание святого Евангелия Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем и духовне твоему. От Иоанна святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава. Он мем.
рече Господь своим ученикам: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор не приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый, пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгонит их, а наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как знает меня отец, так и я знаю отца, и душу свою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые несут от двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо, и един пастырь». Слава тебе, Господи, слава тебе. Господу помолимся, рецепси. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господу помолимся, рецепси. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нам ученики Анфиме, моли Бога о нас. Свящи нам ученики Анфиме, моли Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Господу помолимся, рецем си. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помолимся, рецем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помолимся, рецем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помолимся, рецем си. Тебе, Боже, на слава Тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. Священному чинче Антиме, моли Бога о нас. Святому Духу, Господу помолимся, рецем си. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, рецем си. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Ищи, молимся великом Господине, Отце нашим, святейшим патриархе Кириле, и о Господине нашим, высокопресвященнейшем митрополите Иларионе, и о Господине нашим, высокопресвященнейшем митрополите Сергии, и о Господине преосвященнейшем епископе Всеволоде, и о всей во Христе братии наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, благохраними среди нашей властях и воинстве, и это тихо и безмолвно, житие поживее во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощения, исцелении грехов рабов Божьих, братьев и прихожан святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за всю братью и за вся православные христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, и сущих море далече, и милостью, милостью будем, Владыко, о грехах наших, и помилуй ны, милостью Бога человека любит Бог еси, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. И мудрость, и освященнейший Владыко, Пресвятая Богородица, спаси нас! Безвестнейшую героя, посланнейшую из сомнения Серафим, безыскренняя Богослова, родшую, сущую Богородицу, тебе величай! Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые за Ее Матери, святых славных и всехвальных апостолов, священномученика Анфима, епископа Никомедийского, и же с ним пострадавших, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Yeah.
отец Иоаким, Игнатий Тихонович, все братья и сестры обители сей. Поздравляю вас с праздником, престольным праздником этого святого храма, святого места, на котором вам Господь даровал благодать, обитать, жить, славить Его, Творца, Создателя нашего. Ну и, конечно, делать те дела, которые мы должны по заповеди Его. Раститься, размножаться, населять землю и обладать ею, благоукрашать, устраивать свое жительство по разуму Божьему, употребляя свои способности и таланты, которые мы должны раскрывать. А они раскрываются в процессе труда. Поэтому без труда человек и ленивый, хоть такого и нет в Священном Писании конкретного, но, наверное, я не погрешусь и скажу, что ленивый лодырь в Царствие Божие войти не сможет вместе с блудниками, разбойниками и прочими сквернителями. Поэтому труд нам предстоит по слову и преподобного Исаака Сирина от самого начала и до разрешения от уз этой жизни, то есть до смерти. Потому как земля непременно произвращает терния и волчцы нам, и не остановится от этого закона, как бы Господь повелел. И чтобы на ней что-то получить, нужно трудиться. Чуть-чуть поленишься, и все, уже работать придется в несколько раз больше. Но не только земля, и душа наша производит различные страсти. Потому что мы все-таки сотворены от земли. И тоже подчиняемся тем же самым законам. У нас постоянно растут грехи, страсти греховные. Их тоже нужно полоть постоянно. Исторгать из своей души. И не остановимся мы от этого, не можем, вернее, пристать до самой смерти. Потому надлежит нам, опять же, Исаак Сирин пишет, покаяние до самой смерти. 24 часа в сутки. Вот это путь, который определен нам всем, людям на этой земле. И будем его стремиться, то есть его держаться. Да хранит вас всех Господь, Матерь Божия и священномученикам Фима молитвы помогут нам в этом трудничестве. С праздником! Спасибо. Спасибо, Господи. Ну, что еще? Игнатий Тихонович, какой распорядок дня? Отпускаемся, идем на праздник. Да? Все. Подходите ко Христу. Прикладывайтесь. Заходите на трапезу праздник.